Всем здорово, ребят. Ну что, у нас сегодня продолжение трешечка. Офигенный герой уже набил нормально кубков, уже и посливал их тоже. В общем, поехали. Так, заставка. Обновился магазин сегодня, забрал я новый скин. Сейчас мы на него посмотрим. Я не видел его. И появился новый гаджет на нашу новую имбушку. Вот так вот, Джеки гаджет уже есть. Получает заряд энергии, двигается на 38% быстрее в течение 3 секунд. Не знаю, что сейчас будет. Так, наверное, заберу еще гемы пока. Нормальное предложение. Надо будет фармить вечером. Ну, поехали, посмотрим. С гаджетом, конечно, не особо удобно, потому что надо... Я привык к совсем другим нажатиям, но придется привыкать. Так, поменялась у нас карта. Интересно, интересно. Бомбический герой просто. Блин, неудобно с гаджетом. Пипец какой-то. Да блин, что за фигня? Жесть. Просрали, короче, один. Да что за фигня? Офигеть просто, блядь. Просто писец. Эти гаджеты, это, конечно, жесть, ребят. Ну куда, блядь? Добейте, красавчики. Теперь главное убежать. Ну, да блин, пипец. Это жесть. Твою мать. После луны, блин. Обидно. Ну, рядом. Жесть. Причем там без пассивки даже. Надо привыкнуть. Ну, как обычно, шанс слива максимальный, рукожопство никто не отменял. Блин, карта, конечно, не очень удобная. Блять, как привыкнуть к этим гаджетам? Надо теперь тупо с героями играть. На которых гаджеты, чтобы привыкать, а то это реально жесть.
Нормально, пойдет. Давайте еще Бог любит Троицу. Кто-то меня пригласить хотел. Не увидел кто. А сейчас пойдем посмотрим на новый скин. Ну, по сути, если таким темпом, думаю, неделя-две, и у меня будет опять фуловый аккаунт со всеми гаджетами. Сделаем им нежданчик. Ну вот и все, ребята. Вот и закончилась ваша лафа здесь. Ну блин, подстрахуйте же, ну. Надо было быстрее бежать. Ну, в общем, вот так вот. В принципе, не знаю, прикольненькая тема. Мне, честно говоря, гаджеты некоторые понравились, некоторые, я не знаю, это дичь просто. Смотришь на это все и не понимаешь, что это за фигня. Так, у меня было 790, я был в топе. По бойцам. Какими в топе мы были? А, пятый сейчас. 940 уже банан зафармил. В общем, можно есть куда дальше фармить. Поехали дальше. У нас появился новый скин. Так, на кого, на кого, на кого? На Дэрила. Вот так вот он выглядит. Я его тоже забрал. Поехали, посмотрим. Прикольная тема, конечно. Правда, им особо тут... Блин, я не знаю, Джеки, наверное, буду 100% фиксить, потому что это нереальный герой. Реально, причем жесткий. Ну, вот нифига не сделаешь. Вот я бегаю без всяких затруднений у себя и сливаю топом. Это просто офигеть. Блять, блять. Ну, блядь, что я могу сделать, блядь? Там ульта идет. Жесть. А, короче, такое вот. Ну, блин, не знаю, скин прикольненький, конечно. Сливун, короче. Не проснулся я еще после Бравл Бола. Так, окей. Поехали еще одну каточку.
Давненько я дарилом уже не бегал. Ну, поднимите кто-то. Да ёпта. Писец. Да, конечно, это жесть. Вот они убежали туда и просто там. Фактически изнасиловали. Блять, не успел, сука. Как бомбит, когда не успеваешь что-то. Так, ну в принципе мы должны, если сейчас никого не сольют. Самое главное не дать им взять. Хорош, хорош. Ай-яй-яй-яй-яй. Красавчики. Жесткие каточки. Плотненько, плотненько. Плотненько и плотненько. В общем, вот такие вот, ребятушки, дела. Не знаю, прикольные, конечно, обновления. Здесь посмотрим, что будет в битве замков на этой неделе, возможно, ближе к пятнице. В общем, пишите комменты, ставьте лайки. Всем удачи, всем пока.